А майнеры все жгут. В Иркутске в одной из высоток произошел пожар. Огонь вспыхнул в квартире на 11 этаже. К счастью, дом оборудован системой дымоудаления, поэтому о возгорании спасатели узнали быстро. Потушили пламя за несколько минут. Когда дым рассеялся, пожарные увидели причину пожара – оборудование для добычи криптовалюты. А ведь сети в домах не рассчитаны на такую нагрузку. Как итог, короткое замыкание. В регионе с начала года произошло уже более 50 аналогичных случаев. Майнеры рискуют не только своим имуществом, но и подвергают жизни других опасности.